Вы смотрите «Мистерию музыки» на своем ТВ. В прошлом выпуске мы продолжили знакомство с удивительным ставропольским гитаристом Юрием Полежаевым, виртуозом стиля фингерстайл. Сегодня в программе «Мистерия музыки» концертный духовой оркестр имени Даниила Осиновского, застигнутый нашей съемочной группой во Дворце культуры и спорта 28 июня на своем заключительном концерте в музыкальном сезоне 2017-2018 во всем своем музыкальном очаровании. И с солистами-вокалистами, и с солистами-инструменталистами, и непосредственно с самим оркестром, все набирающим обороты своего исполнительского мастерства.
убеждению нашего творческого коллектива, в систему оценки эффективности исполнительной власти на местах нужно вводить уже пункт наличие живых музыкальных коллективов, в том числе, безусловно, духовых оркестров в населенном пункте. Оркестров этих самых, джаз-бендов, оркестров народных, вокально-инструментальных ансамблей, групп разнообразных. Разрушен, сокращен, разогнан, распущен подобный коллектив. Извольте объясниться. Живет, развивается и радует своим творчеством поклонников, слушателей, как это имеет место быть в городе Ставрополе, виват местной власти. Созданы условия для рождения новых проектов, да молодцы просто. Культура обязана расти прежде всего на местах. Ждут потом, но всему начать.
Сегодня смогут вспомнить непростую историю становления и развития замечательного коллектива, носящего имя своего основателя Даниила Осиновского. Намного больше людей могут припомнить, что за социально-экономическая ситуация была в год создания оркестра в далеком 1992 году. Мягко говоря, не самый лучший и сытый период нашей истории. Но были во власти и обществе те, кто жил не одним сегодняшним днем. Как тут не вспомнить добрым словом тогдашнего мэра Ставрополя Михаила Кузьмина? Они умели, эти люди, смотреть в будущее и делать его своими собственными руками. А те, кто бездействием или простым росчерком пера в городах, районах, станицах, селах в это время или позже уничтожал живую музыкальную жизнь, они переживали не за будущее или за настоящее, исключительно за свое теплое руководящее место. Какая им культура-мультура, живая музыка? Субтитры
сквозь запахи осенние и лодку долго кружит на мели. Сплетают руки линии в сплошной зеленой линии, все дальше, 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 разделяя Уже больше десятка лет в концертном духовом оркестре имени Даниила Осиновского живет и неплохо себя чувствует джазовый инструментарий. Расширились исполнительские возможности, обогащается репертуар, что в конечном счете привлекает новых зрителей и сохраняет прежних. Как-то больше года назад, знакомя вас с очередной концертной программой коллектива, мы упомянули одну его важную особенность – тесное содружество и сотрудничество опытных и молодых музыкантов. На самом деле это важно и полезно – объединение музыкальной мудрости опыта и безудержной энергии и эмоций молодости.
нельзя не упомянуть о рулевых и о кормчих. О сегодняшнем руководстве концертного духового оркестра. Главный дирижер Алексей Хуторенко, художественный руководитель Петр Ларин. Отличное образование, богатый опыт за плечами, уважение в музыкальной среде. Если коротко, не растекаясь мыслью по древу, это тот самый случай, когда и с профессионализмом, и с управленческими навыками, и с человеческими качествами у руководителей все на высшем уровне. Это при том, что вообще с менеджментом в области культуры в стране непросто. Здесь много факторов. И уровень оплаты труда музыкантов, и творческая индивидуальность каждого отдельно взятого человека, и много трудозанятости его. Но Ларин и Хуторенко, они не озвучивают проблем, они их просто решают. Как результат, всякая встреча с духовым оркестром оставляет после себя исключительно положительные эмоции. Отдельное слово о солистах коллектива. Это замечательные вокалисты Марина Сивцова, Гарри Мнацаканян, Кристина Газарян. Каждый глубоко индивидуален со своими репертуарными особенностями, со своими преданными поклонниками. Что бы ни пели, всегда профессионально, тонко и искренне. И неважно, это ретро-музыкальное воспоминание из 70-х или современная джаз-пьеса. Это и инструменталисты, их можно перечислять долго. Начиная с одного фланга, Александр Аракелов, Игорь Романов, Константин Губин, заканчивая другим, Артем Крохин и компания.
С моей точки зрения, основанной на довольно продолжительном наблюдении за этим коллективом, в нужное время и в нужном месте солировать способен практически любой музыкант оркестра. Все зависит исключительно от выбора музыкального материала. А он, если говорить, например, об инструментальных пьесах, всегда интересный, всегда сложный.
Если в ушедшем музыкальном году вам по каким-либо причинам не удалось побывать на концертах духового оркестра имени Даниила Осиновского, добрый совет. Исправьте положение дел в наступающем году. И вы увидите своими глазами и услышите своими ушами то, что не в силах передать любая телепрограмма. Слаженность работы всего концертного коллектива, и оркестра, и мастеров звука и света, и ведущих программы. Всякая победа – это сумма слагаемых усилий всех участников процесса. Искренне жаль порой тех, кто забыл, как это выглядит – отшлифованная концертная программа профессионального коллектива на достойной сцене. Это была «Мистерия музыки» на своем ТВ. Мы встретимся с вами, если только пожелаете и выберете время, вновь на своем ТВ. В это же самое время. Тот, кому не хватает ярких впечатлений от хорошей музыки, просто давно не выбирался на большие и малые концертные площадки нашего края. Поверьте, там есть что найти. Не можете определиться сами? Следите за нашим эфиром, и вы увидите, кем и чем богата Ставропольская земля в музыкальной сфере. Да, это важно. На 99,9% эти материалы только у нас. Эксклюзив. Вполне может статься, что среди наших очередных героев вы встретите вот этих замечательных ставропольских музыкантов. Пока. I'm
Thank you.